Эти задачку, какой IQ среднее у игроков, если я не блять, короче, если я не играю в эту игру, и если я не играю в эту игру, среднее значение IQ у челов 0, блять, но я уже дал ответ. Точнее, пока я играю в эту игру, пока я нахожусь сейчас в этой игре, среднее значение активных игроков не равно нулю. Ну, минимальная ноль. Кто-нибудь там, понятное дело, порофлит, типа, блядь, а чё, есть негативное IQ и чё-нибудь придумает из этого? Нет, 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 блядь. Именно минимальное значение ноль. Просто думайте. Думайте. Ой, бля. Это сложная задача, это нужна невероятная логика, чтобы ее решить. Просто, блядь, сразу подскажу. Эй, бля. Сожалению, мое присутствие здесь из-за большого количества игроков ничего почти не меняет, но оно зато не равно чисто нулю. Чисто ноль, блядь. Там хотя бы 0,00001 появляется какой-нибудь. Эй, бля. Ну, ясно. Прекрасно просто на пике усиления челов отдавать. Просто пикать нечего, нахуй. Как будто левел, блядь, и я не могу реализовать эту хуйню никаким образом, блядь, логически правильно. Покинан райт. Ну, типа. А, и там у сначала левелапается, я даже значка не вижу. Я не вижу значков здесь, значки, блядь, не появляются нахуй иногда. Просто прекрасно. Бред. Я мог тоже левлапнуться и помидорку взять. Бам, левела побилка сразу, ребят. Необоснованный, скорее всего, очередной. Очередной необоснованный трипле передо мной, именно передо мной.
Саунд право. Нормально. Нормально. Что это за чушь, блядь? Мне опять кидают, блядь, оппонентов по пику усиления. Классно. Alright. И птицу давай. Ну что это за ебанина? У чела миллион атаки, я не могу раскрыть, блять, 9-2 нахуй, что нормально. Ох, бля, ох, ебать, ох, ебать. Факин ох, ебать. Ну это охуенный видос, блядь, не знаю, что. Ну,
Ой, бля. Там на одну карту больше, нахуй, идеальную. Просто, блядь, замечательно. Ой, ёбаный бред, нахуй. Ой, челов, блядь, как минимум на одну фигуру больше, блядь. Под раздачу. Так и на стадобам. Больше забафов птенчиков, нахуй, чтобы они навсегда получали забаф. Просто замечательно. Это ж так охуенно рассматривать меня с математической выгодой. В дальнейшем. И там триплет авто собираются, нахуй. Вот, блять, мои роллы, нахуй. Ёбнешься, блять, просто. Все лучшее детям. Все лучшее детям.
На пол ебало мне кидают заточение при вылете этой хуйни и, блядь, просто параллельно в роли от сор лобби, блядь. Смешно. Смешно, yes. Все лучшее детям. Просто ебаные дети играем. Роляют идеальная карта. Работает еще. Просто невероятная ебанина нахуй. Просто невероятно. Ну а я что, я буду сидеть, терпеть, просто, ну, терплю и все, что я могу сделать. Я буду дрочить на свои охуенные плей, блядь, и так как я топ-1 по адекватности, я могу себя объективно оценить, блядь. И видеть происходящее. Но я сижу, блядь, просто гамба-гамба, блядь, не реализует нахуй какую-то хуйню, блядь, просто, блядь, ебаную нахуй. Морально меня замазывает, блядь, просто максимально, настолько максимально, других так не замазывают. Особенно кто неподатливый, потому что челам похуй, блядь, они просто либо дропнули игру, либо еще что-то, либо аудитория помогает, и так далее. Гениальные дети. Просто заебись. Надеюсь, ее билка не искривляет призвание. По Аналогии с шалопайками и ревендаром работает. Иначе, блядь, нету никакого смысла от этого героя, блядь. Что это, блядь? Session recap. Окей, это можно еще и перемещать. Ну что это? Что это нахуй? Что это, блядь? Что?
Куда она мне показывает? Зачем она мне здесь показывает, если она выведена здесь, блять, ёбаный рот, нахуй. Блять. Что? Вот здесь она и была. Это чё? Ну что это такое, нахуй? Ну что это, блядь? Ну что это? Ну что это, страглюсь на одном рейтинге, блядь, просто на 7500 нахуй. Бля, ебануться нахуй. Факин ебануться. Я не могу уменьшить это окно, блять, ну ёбаный рот, нахуй, а вот скейлинг. Не могу выбрать, сколько игр мне показывать. Будет. Охуенно. Я не вижу таймера теперь. Просто мерзость.
ни одного варианта. Бля, не удалили его. Кстати, посмотрим, кстати, кто его выпускает. Я не знаю, это было не сладко, было больно еще. Это все зависит сейчас, но вот сейчас, когда все это смотрю, это просто мстительно. Ну, то есть ты не знаешь, где это было, когда это было. Я чё, я закинул все шарды, что мне не очень выгодно, блять, мне... Я лучше, блять, посейвлю шарды под что-нибудь, нахуй, и проигрываю, блять, все 20% нахуй рисовано. Давай. Просто, блять, прекрасно. Еще мы сейчас вместе посейвимся, и ты мне причем заново Просто за меня решают, нахуй, чё происходить будет в партии. Согласен. Нормально. Ты должен это понимать. 4% из-за того, как ты частный. 17 из-за того, что ты крипто. Это только головной бан. Остальные дела называют именем босса. Ну, если другой более В моих крутой. играх мне приходится за 5 маны покупать свинобраза, блять, какого-нибудь определенного, нахуй. То не факт, что он будет определенный, блять. Блять, сейчас опять свою Потому игру. что, потому что. Ну, суть называется неподдержанная частота. Потому что на то они и конченые, блять, нахуй, у меня линейные мертвые игры. На 25% больше, чем у некоторых стримеров канала. О, у меня сейчас все птицы поедят, нахуй, а шарды я не получу. Согласен. Блять, просто пиздец нахуй. Ой, МГ. Ну посмотрите на эту чушь ебаную нахуй. Просто посмотрите. Просто посмотрите. Сейчас я не смогу купить ни одного свинобраза нахуй. Просто, блядь, прекрасно. Давай. Не, я уже смогу. Вообще, пускай у меня лежит оно. Еще у тебя нету только последнего человека, который был? А, ну ты удалил мне все. Ты все стрим сбил, результат же такой же. Xiaomi. Шилл колец. Способен преодолевать препятствия высотой 20 метров. Даже колец длиной 8 метров не убило работника стрима. Тракторная проходимость. А вот так вот нет, робот преодолевает нужно быстрее. Изоляция робота пылесоса спасает от бед и увечий. Начисто Ну, тебе. ладно. Отличие некоторых каналов, над которыми работает кофе, после каждого экспресса. На нем-то ты и сгнил, робот Да, будет. блять, я не имею права теперь, Это походу, самый, никак. блядь, ебаный, юзлесный, ну, робот в принципе, чуваки. Ну, то есть, у меня есть он, на столе не убитый. Но, блядь, неважно, сколько он стоит, но он все равно убирает не так, как вам хочется. Это как? А если у вас еще и кот насрал, охуительно говно по полу размазывает, блядь. О, имба нахуй. Ты пришел, а у тебя тут нарисовано, блядь. Короче, в общем, эта хуйня не заменит вам мой кот. То есть он что-то ездит, ну так, значит, пыль сосет, ну вроде прикольно. Ну, как собака, наверное. Ну и все. В принципе, робот-пылесос хуйня. Ну, прикольно, когда что-то ездит. У нас такой есть. Ну, где вы его видели тут? А, вот этот конкретно, это прикольно. Топ. Тебя не палят вместе с вытести на клоуна и делают ваши копии за товары. Вот это прикольно, кстати. Можно и не одним человеком. Ну, а сам Ну, еще пылесос. птица у меня должна быть. Как ты сумел? И Впрочем, самозабав. твой пылесос такой. Всего 30 сантиметров длиной, пол килограмма весом. Еще птица. Ну, от Собчак 2404 на скидку 500 рублей за кейс. Ознакомьтесь с каталогом в каталоге клоуна Case Go по ссылке вниз. Бля, не реклама, а какой-то магазин на диване, я в ахуе. Я как будто куда-то зашел, блядь, с 12 на какой-то канал, а там, блядь, сидят какие-то женщины просто в футболках. Валик, блядь, для готовки парит. Бля, ебать, как вы готовили без этого? Это просто пиздец. Да я рекламу смотрю, даже не прикольно. Ну, У Собчак единственная реклама иногда как
Просто меня хуярят максимально абсурдные игры, которые выиграть невозможно максимально абсурдным путем против, блядь, пивных долбоебов, нахуй. Самое, что забавно, это все происходит на супер-лоу рейтинге, нахуй. Если такое происходит стабильно у хай рейтинга игроков, нахуй, у меня такое происходит на супер-ультра-мега-лоу рейтинге, ебаном. Просто, блядь, прекрасно, нахуй. От которого я далеко. Просто превосходно. Чаргла я не могу найти, блядь, карту. Мне дают чаргла, но она бесполезна, нахуй, против таких хайролов ебанутых, нахуй. Потому что, блядь, мне нужна мелкая свинья. Просто вот мне дают карты по минималке, нахуй. Ну, нормально. Хотел еще подуменьшить шанс на то, что я могу увеличить шанс на вот эту хуйню. Что я завязаю 10 штук сразу. На ровничах. Получил еще один шарт лишний. Интересно. Просто, блядь, снайс путаница ебаная бесконечная, просто стабильно. У всех легкие триплеты, у меня, смотрите, меня кидают, блядь, даплеты, при попытке собрать триплет, меня кидают даплеты, блядь. Продолжают кидать даплеты до тех пор, пока у меня вся рука не покроется даплетами, нахуй. И я не начну уже удалять существ, нахуй, или меня вообще просто выбьют, нахуй, блядь, просто заебись, нахуй. Ну, вы видите, вот эту хуету ебаную, блядь, просто, блядь, линейно мне кидают, блядь. Максимально ебанов. Давай еще какой-нибудь вопрос, Лагера, тоже про закончено. Проверка на сумму. Чела, бля, показывает в игре, блядь, в которого что-то не заходит, нахуй. Первый раз в моем лобби у кого-то что-то не заходит, нахуй. Нихуя себе.
Что категорически. Ну, блять, один три бафы, нахуй, нормально. Захипись нахуй. Ну, ребят, я думал, что-то более приземленное. Дивачи, например. Сигарета. Это самое, что еще там? Водочка там, это винцо. Идите в пятно. Типа молочка. Мне не позволяет так делать. Мне приходится, блядь, выяснять что-то. Хотя, вроде и так все очевидно видно. Без каких-либо пояснений. Просто замечательно. Мимо. Класс. Я не буду отвечать на вопросы, это чтобы, блядь, не подумать. Все, на этом заканчивается. Но нет, блядь. Чел там. Так, 61 мне показывают какие-то невероятные хиты, с которыми я должен выживать, блядь, раз 40%. Потому что хиты на 40% на ТС-9. Замечательно. Сначала конструктивная речь, скорее всего, он уже не гений. Заебись нахуй. Я хотел шар закинуть, блять. Но в 3-1 кидать шар, да, это, конечно, Рафлан ебало нахуй. А я аж банан собирался кидать. А мне кидает АФК, блять. Я не могу даже банан реализовать. Я же из-за этого шар не кидал, потому что банан... Реально.
это сразу я нахуй изменял. Я в себе уверен, какой нахуй изменял. А вдруг кто не думает, что я и в женщине своей уверен. А что вы должны менять? А вдруг тут какой-то, блядь, не форнафуки на волосы приходил сюда, блядь, без волосы? А? Я-то, блядь, на даче был, нахуй. И у меня был жесткий интим только с одной вещью, это мангальчик. А без меня тут приходил один человек, это уборщица. Кстати, возможно, это не было. Что без меня очень сильно приносит свой мангол. Не мангол, а мангал. Разные вещи. Интим с манголом — это уже что-то, блядь, чувствуешь. Во-первых, невероятное, а во-вторых, это пиздец, потому что я сомнил. Бля, я не знаю, почему, чуваки, извините меня, у кого-то есть борода прям в чате? По-любому есть мужики, у кого есть борода. Вот мне такая борода не особо нужна. Она почему-то меня отпугивает. И нет, это не то, что вы хотите сейчас сказать, нет, там другие бороды. Я к тому, что она такая какая-то аккуратная, поняли? Вот мне больше нравится такая, знаете, менее аккуратная, менее вылезная. Поняли, про что я говорю? То есть такая пушистая, знаете, аккуратная. Короче, такой вот прям объем. Может, она крашена, кстати? Знаете, как красить бороду? Обычно красить, и у тебя еще и кожа красится. Чтоб темнее борода. Может, это из-за этого? Опять мне на пике кидают невероятное усиление, и у меня даже забафы не приходят. Просто прекрасно. Ага, и удары кривые. Ну, выглядишь, блядь, опасно. Че, это тот урон, который не должен получать? Ну, найс. Там андроида была не моей, блядь, классно просто. Прям рекламы всю жизнь твою расписали на разных этапах, блядь.
получаю 5 урон, который не должен был получать, из-за этого расставляю, блядь, 6-6, чтобы не получить урон, нахуй, но, блядь, мог его забафать. 6-6 не такое статовое существо, чтобы что-то, блядь, чтобы что-то изменило. Вообще. Опять получаю дэмэдж, который не должен получать. Прекрасно, просто, просто прекрасно. Опять мне... Опять показушные столы рисованные нахуй. Против меня. Нормально. Нормально. Ну, просто, просто линейные 15 дэмэджа. Ну, ничего, ничего особенного нахуй. Ничего особенного. Ничего особенного нахуй. Ничего особенного, просто 15 дэмэджа нахуй. По линейке. Нормально, нормально. Нормально. Даже под брану не могу это поставить, как будто бы... В чем смысл? Потому что у меня нету... Хотя хуля. Нету, скорее всего. Ставлю свинью статовую, не ставлю свинью статовую. Просто мне рисует нахуй лузовые столы и все. Просто прекрасно. Не то, что я хочу бафать. Ну, блять, карт нету нахуй просто. И ничего поставить не могу. Охуенно. Просто, блядь, как это решает вопрос, что деньги вряд ли. Но это мне бы очень сильно помогло, потому что, ну, деталей лишних не будет,
ничего на раскрутку, просто, блядь, триплеты рисуются, нахуй, просто, блядь, с радостью, нахуй. Просто радостно, блядь, триплеты рисуются, нахуй. Охуенно. Давай, пас. Чё по шардам? 6-2, 7-5, 7-4-2.